Над составлением народной истории трудится целая инициативная группа. С первых дней запуска проекта активную поддержку организаторам оказывают администрация, депутаты, городской совет ветеранов, региональная организация «Возрождение отечественной культуры» и главный финансовый помощник Архангельский ЦБК. Это именно проект, связанный с жителями города Новодвинска. А уж является ли или не является он работником Архангельского ЦБК, это на данный момент вторично. Не имеет значения. Есть ли у человека какие-то грамоты, либо какие-то нововведения, хотя какие-то это предусматривает, да, но это не решающий фактор. То есть мы хотим охватить всех, максимально всех жителей города Новодвинска. Архангельский ЦБК поучаствует в этом проекте как людскими ресурсами, так и тем, чем возможно. Да, то есть подключили совет ветеранов Архангельского ЦБК. Большое спасибо им за помощь в предоставлении контактной информации. Вот. То есть да, мы будем участвовать максимально в этом проекте. Инициатива Ирины Аристовой создать летопись города от лица его жителей нашла отклик в сердцах многих горожан. Народная история Новодвинска не пустая затея. Об этом уже говорят результаты первых недель сбора информации. Люди охотно делятся фотографиями из семейных архивов и рассказывают, каким был город раньше. Хочу сказать, что этот проект вызвал очень много эмоций, таких волнительных, очень значимых. Истории интересные, потрясающие, которые до слез трогают нас. Они есть, эти истории. Но как это будет выглядеть? Мы еще не пришли к единому мнению. Вариантов много. К нам подключился музей от ЦБК. К нам подключились еще, так можно сказать, что люди здравоохранения, образования, культуры. У каждого свое ведь видение, да? Ну вот я думаю, что мы на следующей встрече уже обсудим это. Придем к единому мнению. В ходе рабочей встречи организаторы обсудили полученные от жителей материалы, поделились впечатлениями. Кое-что подкорректировали в плане работы на ближайшие 2 недели, чтобы привлечь к проекту еще больше новодвинцев.